Если вдруг предначертанный мне маршрут я променяю слепо на бездорожье, хочется знать, что дома меня поймут, не вынуждая сердце томиться ложью. Если я, все решив за себя сама, не оправдаю трепетные надежды, хочется знать, что дома не ждет война. Хочется знать, что дома меня поддержат. Счастье — это когда на душе уют. Только тогда по жизни иду отважно, если я знаю, что дома меня поймут. А остальные поймут ли, не так уж и важно.